А тих рычагов. Вот. Они еще такие неаккуратные немножко. Там понятно, что перелиняет сейчас до конца, и зимняя шерсть такая будет красивая, более яркая, четкая такая вот, будет более оброшена. Жарко им, да? Ну да, жарко, но в принципе это кошки, которые любят лобца, и мы их, получается, каждый вечер, каждый день вот так еще они поливаем, они очень любят. Такие интересные ребята. Вот, правда, вольерчик скоро им будет такой тесноватый, как он стоит, товарищ. Такой большой вольер, хотим сделать как на уровне, чтобы они лазили, они просто которые лазят. Это не люди, которые вот литые лежат, а эти надо везде где-то что-то лазить, пробовать. Бассейн будем делать. Ой. О. Да, вообще вольер раньше был для львов. И когда мы сюда поселили, буквально они у нас назад застрелились. Да, и вот просто был порядок, ну вот они туда ходили в то время. А тигры боятся этих запахов, они пока привыкли, они в своих порядке, то есть они совершенно другом месте, чем в туалете.